Control International Space Station. We're about to see Santa passing by, over. Ho, ho, ho! Это автомобиль «Электро», авто для сетей «Каршеринг» и авто для проката «Клевая тачка». «Клевая тачка» нам подарили все, кто был у нас на выставках, потому что это самый простой эпитет, который был в отношении нашей машины. Красивое решение. Реально, для выставочных зон, для курортных, для заповедных, особенно для закрытых. В ближайшее время будет закон издан, где будут запрещено использовать автомобиль на ДВС, только электромобиль. У нас все готово для этого. Это технологическая материальная база, разработка модификации имени автомобиля. Буквально еще два дня назад на Car Connected Summit мы обзавелись дополнительными партнерами в сфере каршеринг технологий и IT. А также мы стали резидентом технопарка Мосгормаш, где фактически вся инфраструктура создана для того, чтобы мы смогли сделать хорошие разработочки в ближайший год. Так что же такое? Это часы и минуты наслаждения в движении. Это нужная скорость на большом расстоянии, на большие расстояния. Ну и комфорт и безопасность. Наш автомобиль для этого создан. По сравнению с нашими коллегами по подобному предложению, мы достаточно в нашей расчетной стоимости хорошо выделяемся. Это 1.5-2 раза. Разница в цене и при достойных характеристиках. Что мы хотим сделать и предложить вам участвовать в этом? Это первый год создания 50 моделей, которые будут готовы для того, чтобы начать сбор заказов предварительно. И фактически со второго года уже можно создавать мелкосерийном производстве, где по модели собери свой автомобиль и соответственно, те авто по модельному ряду, которые мы создали согласно опросам. Ну и самое интересное и вкусное, это, конечно же, модель, в которой мы можем все участвовать, собирая это и продавая авто, это краудинвестинг и лизинг для сетей проката и сетей каршеринг. Я его назвал «Вау-прокат». У нас инвестировано собственных средств порядка 20 миллионов рублей, создано, существует промо-кар, которая как раз стояла в прошлом году зелененького цвета у бара «Мумитроль». Созданы технологические компоненты, которые готовы для мелкосерийного производства. Наша девушка созрела, она уже стала красная, очень красивая и прекрасная. 30% 45 миллионов рублей – это максимальное, конечно же, наше желание. Какая у вас девушка? 30 миллионов, 45%. Хорошо. Она мне тоже глаз не оторвать. Вот. Что побери, а? Конечно же, мы ждем своего ангела, от которого достаточно в ближайший год получить 10 миллионов для того, чтобы запустить. Рублей? Миллионов рублей пока. Так скромно? Очень скромно. Почему? Потому что я думаю, этого будет достаточно, чтобы собрать еще раз команду, усилить ее. Давайте спросим, у кого есть лишние 10 миллионов рублей? Вот у кого есть? Да, дайте, пожалуйста. На такую девушку. Прекрасно. С такими процентами. Наша команда, я недавно сам себя назвал евангелистом проекта. Наш генеральный директор Александр Довженко и Dream Team команда, которой он успешно управлял последние 15 лет, которая создала этот продукт. Ну, так, как такой вариант, кто любит скорость, я просто показываю вам модельки, которые могут быть. Те, кто хотят разместить свой бренд, те, кто хотят куда-то поехать и что-то с собой взять. Какая-то футура идея, которая нам поможет. Ну, все спрашивают, где же крыша, где же стекло. Вариант, а где же двери? Вот она такая. Спасибо, электромобили, все технологии для Вау Каршеринг. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Вам.